никому не нужны разговоры о реформах. Всем нужен результат. И когда мы здесь, это результат. И когда человек, который зайдет в сервисный центр, получит сервис, получит более короткое время, которое он проводит по своим техническим необходимостям, то это результат. Вот это то, зачем говорят о реформах. Поэтому мы это подчеркиваем, мы хотим закрепить эту реформу и очень быстро закончить. Я очень рассчитываю, что по всей стране мы в этом году во всех областях ключевые сделаем до 50 сервисных центров. И в следующем году абсолютно закончим эту реформу, это нововведение. И дальше будем ужесточать бюрократические процедуры, чтобы это было все настолько на автомате и настолько совершенно, чтобы не вызывало никаких вопросов.